мы со Степаном сегодня решили сдать нормы ГТО, ну, по крайней мере, проверить, сможем ли мы это сделать. На помощь мы позвали своих сыновей, я надеюсь, что они нам помогут. Да, так как я немножко травмировался, я сегодня и все сделать не смогу, но, как нам сказали, в течение года можно еще исправить все свои результаты. Дети, надеюсь, нам сегодня помогут. Да. Что нужно сделать? Для начала нам нужно записаться, потом зарегистрироваться на сайте, где вам дадут специальный идентификационный 11-значный номер, который нужно будет здесь обязательно сказать. Нам еще с собой нужно взять паспорта. Да. Если мы с детьми, то свидетельство о рождении, потом просто подойти к судейскому столу и сказать: здравствуйте, мы по записи, медицинское свидетельство мы прошли, все здесь в паспорте, запишите нас. Хорошо. Добрый день, дорогие друзья. Мы приветствуем вас на легкоатлетическом комплексе Елисиной в центре тестирования Всероссийского фестиваля «Готов к бою оборону». Итак, мы переходим к основной части, но, к сожалению, я сегодня не все смогу пройти, но наши поэтому, дети... Да, будут да, Еремей, много... если что, ты за меня будешь сегодня проходить какие-то вещи, так что мы начинаем. Итак, сейчас мы будем совершать прыжок в длину. Первая ступень – это у нас дети от 6 до 8 лет, и для того, чтобы им прыгнуть на золотой значок ГТО, нужно прыгнуть 140 сантиметров. Подожди, а сколько нужно прыгнуть мне? Так, это мне, значит, прыжок 1.30 м на бронзу, 140 на серебро и 165 на золото, да? Да. Вам дается 3 попытки, и по лучшей попытке мы ваш результат выносим в базу. Давай, начинай, давай. Почему я это скрываю? 60. Так. За линию куда? Так, все, тихо. Стоять. 177. 177, сразу твой результат. Ну что ж, а прямо сейчас мы немного разогрелись, и самое время для наклона. Понаклоняемся, друзья. Итак, мужики готовы? Да. Можно я первая? Давай. Исходное положение. Делать два круга на третьем цепи к первому приступать. Приступай. И ладошечки выпрямляем. И фиксируем. Ладошечки выпрямляем. Что ж, а мы продолжаем сдачу норм ГТО. Что у нас дальше? И сейчас мы будем, наверное, прискачать. Пресс за одну минуту. Ну, сейчас можно сказать, я буду соревноваться со своим сыном. Посмотрим, кто кого сделает. Сюда. Сделай, сделай ее. Это тебе не прямой эфир работать, друзья. Это все намного серьезнее. Это сдача норм ГТО. А вот, Катя. Ты проиграл. Давай, помогай, помогай. Ну, а следующий норматив, который мы будем сдавать, это стрельба. Посмотрите сюда внимательно, там стоит Степан Арефьев, и мне нужно у него попасть. Ну, или рядом. Ну, давай, попадай. Почему я прижмусь низко? Пробуй, держи. Ну что же, девочкам это делать не обязательно, а мужчины еще и поднимают гирю. 16 килограмм, спокойненько поднимаем. Посмотри. Ну что ж, результаты-то вроде неплохие. Очень даже неплохие. По-моему, мы даже идем на золотой значок. Нет, да, но все сегодня сдать мы не успеваем. Но, как нам сказали, в течение года можно еще прийти и доздать то, что мне из-за руки сегодня нельзя, Марине из-за времени сегодня нельзя. Но все мы это сделаем. Ну вообще, на самом деле, это не так сложно. Так что приходите, это даже в удовольствие. У нас дети до сих пор не могут успокоиться. Они где-то там продолжают бегать, прыгать, отжиматься. Но это на самом деле здорово. Сдача норм ГТО – это не только полезно, это не только приятно, но это нужно каждому из вас. Давай. Нормы готово. Пойдем.